Мозговой центр управления по рынку энергетика России и СНГ компании Schneider Electric отныне располагается в Самаре. Группа компаний «Электрощит», в 2013 году вошедшая в состав международной компании, открывает инжиниринговый центр, средоточие инженерной и конструкторской мысли. Он позволит самарскому «Электрощиту» развиваться еще быстрее, становиться привлекательнее для клиентов, а компании Schneider Electric упрочить позиции на рынке России и СНГ. Современный рынок ставит перед компанией амбициозные задачи. В центре ее внимания должен быть клиент, его потребности, пожелания, инициативы, вопросы и даже мечты. И именно здесь, в лучшем инжиниринговом центре управления по рынку энергетика, сотрудники будут воплощать их в жизнь. Логика проста. Если делать для клиента больше, чем он ожидает, его дела пойдут лучше, а его успех станет и нашим. Новый инжиниринговый центр группы компаний «Электрощит» — это шаг навстречу клиенту и рывок в повышении эффективности взаимодействия служб, которые работают на передовой рынка. Именно здесь рождаются изделия, разрабатываются самые сложные проекты. Департамент комплексных энергетических решений — новое направление в деятельности самарского «Электрощита». Следуя мировой тенденции, специалисты этой службы разрабатывают проекты для заказчиков под ключ. Тут ведется работа с такими крупными клиентами, как «Лукойл», «Башнефть» и многими другими. Здесь же находится дирекция технического руководства проектами – служба прескрипции. Благодаря работе этих специалистов с проектными организациями, наши клиенты получают лучшие технические решения еще на этапе проектирования. Тендерный отдел, отдел согласования, служба поддержки продаж – все технические эксперты теперь сосредоточены в одном месте, чтобы максимально оперативно и качественно проработать технические вопросы для наилучшего предложения клиенту. Ключевым фактором в планировании деятельности инжинирингового центра стало и стратегическое соседство служб маркетинга и генерального конструктора. Сегодня конструкторы разрабатывают новые изделия совместно с маркетологами, создавая уникальные с технической точки зрения решения, востребованные рынком и отвечающие ожиданиям клиентов. При этом инжиниринговый центр обслуживает не только потребности самарской площадки. Отсюда идет взаимодействие с соответствующими службами компании из других городов, областей и соседних стран. Своим международным опытом делятся иностранные эксперты, работающие над оптимизацией продуктовой линейки, разработкой и комплексным координированием международных проектов. Стать ближе к клиенту – приоритет группы компаний «Электрощит» и всего управления по рынку энергетика Schneider Electric. Поэтому новый инжиниринговый центр – это лучшее место для встречи с клиентами, где можно найти ответы на все вопросы. Гордость компании – большой демонстрационный зал для гостей и клиентов центра – шоу-рум. Заказчик своими глазами может увидеть продукцию, которой он будет в дальнейшем пользоваться, получить профессиональную консультацию от технических экспертов. Новый инжиниринговый центр управления по рынку энергетика обладает удобной, продуманной инфраструктурой как для клиентов компании, так и для ее сотрудников. Компания реализует концепции Open Space и Cool Site – работа в открытом пространстве, где нет закрытых дверей. Каждый сотрудник максимально доступен и обеспечен всем необходимым для комфортного труда. На втором этаже располагается просторная столовая, учебные классы. На каждом этаже предусмотрены кофе-зоны. А вид, открывающийся из окон центра, признан лучшим в компании Schneider Electric. Эффективное взаимодействие между службами инжинирингового центра и производственной площадки на Красной Глинке обеспечивается удобным транспортным сообщением. Каждые два часа между заводом и центром курсирует шаттл. Новый инжиниринговый центр получил название «Сапфир».
Имя ему дали сотрудники компании, олицетворяя его с лучшими характеристиками этого драгоценного камня – целеустремленностью, волей к победе и способностью неординарно мыслить. Это новое здание, удобно расположенное, красивое и современное, в котором приятно и комфортно работать, гордость группы компании «Электрощит». Основа успеха для управления по рынку энергетика Schneider Electric и залог развития компании на благо клиента и, конечно, города и региона.